Всем привет, ребята! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня особенный день в моей жизни, так сказать, в моей практике, видеопрактике. Сегодня я буду распаковывать первый в жизни свой дрон DJI Mini 2. Вот он пришел ко мне в заводской упаковочке. Новенький. Глобальная версия. Сейчас мы с вами его будем раскрывать. Почему я взял стандартный набор, не комбо? Ну, во-первых, комбо гораздо дороже. Это раз. Во-вторых, некоторые вещи из комбо набора можно свободно приобрести. Те, которые именно нужны. Там, например, сумка, ну, говорят, очень большая сумка в комбо-наборе. Обычно ее убирают и заказывают такие кейсики. Кейсик я уже заказал, он ко мне едет. Сумка мне не нужна. Аккумулятор также еще один ко мне едет. Что там еще у нас? Защита лопастей тоже едет. Так что будет вполне нормальный комбо-набор. А теперь начинаем скрывать. Начнем мы эту интересную задачу. Возьмем ножичек. Так, что у нас тут? Где начало? С чего начать подрезать? Ага, вот. Нарисовано, что здесь. Ну, во-первых, сейчас подрежем пленочку. Аккуратненько. Раз. Все. Первый стежок. Ух ты, есть. Пошла. Раз. Так. Ну, а дальше уже более таким варварским методом. Вот она пленочка. Все. Все. Так. Ну, вот написано, что здесь открытие. Вот она. Для этого мы также ее подрезаем. Опа. И начинаем. Открыли. Вот такой у нас комплектация. Такое положение дрона. То есть он сразу у нас сверху. Действительно маленькое устройство такое. Вот он дрон, сам дрон, такой действительно маленький, у меня ладонь больше, чем сам дрон. Весь заклеенный, со всеми стикерами. Так, пока его в стороночку положим. Что там у нас еще? Так, дальше, опять у нас упаковочка. Чего-то. Так, тут понятно, документация. На самом дне у нас пульт расположен. Вот он, пульт. На дне. Пульт на дне. Сейчас его достану. Все, коробка пустая. В сторону. Вот он, пультик. О, мини второго теперь новый пульт с новым форматом передачи данных, который более стабильный и держит на связь на более длинные дистанции. Вот такой пультик у нас. Вот он, красавчик. Интересная штучка. Вот сюда, насколько я уже знаю, ставится смартфон. Там есть кабель, на который он подключается. И так управляет. Стикеры где-то тут есть у нас. Опа-на. А первый. Ну-ка, вкручивайся. Есть. Второй. Вот такие стандартные стикеры.
Ну, такие чувствительные, так ход довольно легкий, но идет возврат на место, переключение режима съемки, cinema, то есть кинематографический, normal, стандартный, и спорт, на котором дрон должен носиться со скоростью, там пишут 50 с чем-то километров в час. Но это все потом, когда я уже научусь немножко пилотировать, вот, тогда уже будем проверять скорость. Так, ну дрон также нужно подзаряжать, пока его в сторону. Вернее, дрон надо подзаряжать и блок питания. Пульт, вернее. Так, здесь у нас дальше в наборе запасные лопасти пропеллеров. Есть. Дальше смотрим. Стикеры. Сюда вот запасные тоже. Также шнуры. Микро-USB и USB Type-C. Да. Также отверточка для прикручивание или откручивание лопастей. Ну и шнур USB Type-C для зарядки, для аккумулятора. Так. Также я взял уже отдельно зарядная станция на два аккумулятора. Тоже новая. Дешевенькая, ну как дешевенькая, для мини второго на два аккумулятора с двумя проводами, Так, сейчас я попробую добраться до аккумулятора, а он находится у нас в самом дроне. Он такой маленький, аж немножко страшновато его брать. Ну что, его надо все-таки отклеивать. Так, лопасти. Начнем с лопастей. Ух ты, не, давайте лучше с района аккумулятора. Раз. Есть первое, отклеили. Так, сам аккумулятор. Лопасти мешают. Так, надо как-то лопасти отклеить. Есть. Все такое маленькое. Страшненькое. Я имею в виду, страшно трогать. Еще одни лопасти. Есть. Ух. Так, хорошо. Вот они сами лопасти. У меня уже пришло фиксатор этих лопастей. Надо забрать только. Так. Где там наш аккумулятор? Вот он. Как он достается? Ага, вот тут специальный зацепчик под него. Все, первый раз. Есть, достал. Вот, без аккумулятора вообще такой легкий. Как какая-то коробочка. Действительно коробочка. Вот коробочка. Коробочка. Вот аккумулятор. Сейчас как раз проверим. Все, подходит. Да, подходит. Оп, закрылся. Ну, как раз сейчас у меня есть Powerbank. Сяомишный. Как раз сейчас попробуем, как он у нас, аккумулятор, будет брать заряд, не будет брать. Говорят, что они как бы на нулевом заряде сейчас специально, чтобы не разряжались. Так, сюда раз. Какой из них? Так, это не этот. Во, зарядочка пошла. Мигание
огонька говорит о том, что он начал заряжаться. То есть первый, потом второй, третий, четвертый и пятый, когда пройдет, значит, все, зарядился. Так. Я сейчас их и второй провод туда же подключу. И пусть они думают, кто кого будет заряжать. Сюда же его раз. Так, сам дрон. Первый у нас, насколько я читал, открываются верхние лопасти, а вторые нижние. Какой он легкий, маленький. Так, а вторые. А, вот сюда они. Во, а я давлю в сторону, видите? Говорю, первый раз он у меня. О, все. Вот такой дрончик получился у нас. Отлично. Так, ну, дальше. Это была распаковка. То есть быстрая, как говорится, галопом по Европам. Теперь мне надо его зарядить, аккумулятор зарядить, пульт зарядить. Ну и дальше буду пробовать снимать DJI Mini 2. Снимаю на DJI Pocket 2. То есть второй снимает второго. И до встречи. Смотрите дальше мое видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.